А перед началом этого видеоролика хочу посоветовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы можете быть уверенными, то, что вас не кинут. Также тут выгодный курс и большие скидки постоянным покупателям. Переходите по ссылочкам в описании и пишите в ЛС-группы. Всем привет! Сегодня я вам покажу крутой скрипт, с помощью которого вы сможете очень быстро нафармить себе много денег. Вот, не знаю, может быть кто-то из вас знает этот скрипт, может быть нет. Но вот лично я, по-моему, вроде бы его уже как показывал. Но я точно не помню. Ладно, давайте к сути. Так, нам нужен чит сначала, чтобы заинжектить скрипт. А, чит, скрипт и также получается ключ будут в описании. А, скрипт будет на постабин. Вот так вот. И также перед началом этого видеоролика хочу вас попросить поставить лайк и подписаться на канал. Также, как только на этом видеоролике набирается 200 лайков, я иду сразу же снимать следующий видеоролик. Так, ключ у меня уже скопирован. Вставляем вот сюда. После этого нажимаем логин. Так, ждем, пока прогрузится. Тут нажимаем да. Все, вот он, чит появился. Кстати, теперь настройки работают. И это обновленная версия. А, в той версии прошлой, которую я снимал в прошлом видеоролике, settings не работали настройки, а сейчас работают. Смотрите, тут есть кнопочка автоинжект. Получается, я в следующем видеоролике покажу вам, как сделать автоинжект. Там нужно кое-какой файл будет перенести на диск C. Ну, в принципе, я вам покажу. Вот, и у вас будет автоинжект. То есть, вам не придется инжектить через вот это вот приложение. Так, ладно. А, ну тут, в принципе, все по старинке. Это вроде бы во всех читах есть. Так, ладно. Нажимаем Home, потом Inject. Так, вроде Inject не прошел, давайте проверим. Сейчас скопирую ключ. То есть не ключ, а скрипт, извиняюсь. Так, все скопировали. Вставляем вот сюда. И нажимаем Xcode. Да, нужно заинжектиться. А, значит, скачиваем вот это вот приложение по ссылочке в описании, и перед тем, как нажимаем Select DLL, переносим папку с читом на рабочий стол. После того, как перенесли папку с читом на рабочий стол, нажимаем Select DLL, после этого рабочий стол, потом заходим вот в эту папку, которую перенесли, и нам нужен Quicks DLL. Нажимаем сюда, потом открыть, потом на Roblox и Inject. Все, ждем. Так, вроде бы как заинжектилось, и нажимаем Xcode. Да, вот он чуть появился. Отлично. И как видите, он сразу начал работать. А, значит, смотрите. А, тоглы. Это включить и выключить. Аборт это вроде бы обновить. Вот, если не ошибаюсь. Так, сейчас мы крадем airdrop, получается. После этого он будет красть музей. Ну, сейчас мы с вами посмотрим. Видите, за несколько секунд уже косарь 500 прилетел. В принципе, неплохо. Так, пишет 10 секунд, подождите. И сейчас, получается, через 10 секунд он начнет грабить музей. Давайте подождем. В принципе, 10 секунд не так много. Да, как видите, начал грабить музей. Отлично. Он полностью все сам автоматически делает. Вам ни на какую кнопку даже не надо нажимать. Очень круто. И давайте посмотрим, сколько мы сейчас с вами получим. Мне даже интересно. Так, ну-ка. Что-то он думает, стоит. Ждем. Угу, тпхнулся опять куда-то. А, все, я понял, он на базу тпхнулся, чтобы, получается, краденое продать вот этому NPC-боту. Так, 4000 получили. В принципе, неплохо. Довольно-таки неплохо. Так, трейн. Поезд, получается. Сейчас через 10 секунд мы будем красть поезд. Ну-ка, давайте посмотрим, будет работать или нет. А, да, кстати, работает. Нифига себе, прикольно. И мы даже в поезд не тпхнулись, а на месте были. Вот это да. Ну, слушайте, хороший чит. Я думаю, с помощью этого чита довольно очень много можно денег нафармить. А, ну, я думаю, за час как минимум, я думаю, больше 100 тысяч 100% выйдет. Потому что если у него такая быстрая скорость фарма, то по-любому за час вы больше 100 тысяч нафармите. Я, конечно, не знаю, как тут валюта ценится, но вроде бы 100 тысяч это довольно много, мне кажется. Вот, ну, я могу ошибаться, потому что я в Jailbreak не играю.
Так, если захожу, получается, с читом немного поиграть и для вас видео снять, и все. А так, без видео и без читов я тут не играю. Так, ну, получается, он сейчас будет грабить, ага, самолет. Давайте подождем. Кстати, прикольно грабит. И залагал их, что ли, немного? Походу, да. Ну-ка, если давайте мы нажмем на Е. А, самому нужно. Я когда перед видеороликом тестил, он у меня сам крал. Странно то, что сейчас не крадет. Но видно из-за того, что, смотрите, вот так вот самолет его шатает. А, и вот эта вот линия, которая идет вокруг, она сбрасывается. И походу из-за этого сбрасывается, получается, сам автофарм, вот. Так, 4000 получили, ну, в принципе, неплохо. Так, ну, в принципе, я думаю, на этом можно закончить. А, кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Эйсбан, всем удачи и пока.